Здравы будьте. Новый день. Пришли на эту пашню. Хотели ехать в лес, но коп-мобиль вчера по дороге, к сожалению, сломался. Радиатор треснул сверху. Сегодня днем предстоит поиски. Найдем, не найдем, будем что-то химичить. Сейчас пешком пришли сюда. Такая первая мысль. Думаю, ни хрена себе, они что, его засеяли? Я покажу. Как будто бы. А нет, нифига. Прошлогодняя трава пробивается. Вчера ночью сюда заехали, посмотрели. Нет, ни зернышка, ничего нет ни внутри, ни снаружи. Да, такое ощущение, что ну зеленая трава растет свежая, в принципе. Борщевик. Так что полазим часть к три, а потом нужно будет идти чинить коп-мобиль. Так, ну сигнал не первый, конечно, уже мусора накопали. Гнутый рамочник. Начало положено. Ямку закопал, провел катушкой, опять сигнал. Только другой год уже совсем. Находочки-то. Белон. Второй монеткой. 10 копеек. 29-го года. Покажу. Зеленый. Ну, отойдет. Два метра отошел. Зелененький он был. Но это уже рамка. Рамочник, да, все. Да, здесь, конечно, здесь медь. Это рамка. Медь и вся эта хрень убитая насмерть. Здесь только это вот. Это какая-то рамка. Надеется. Ух, какая она мертвая-то. Видно, основатель удобрял. Удобрял, скажешь, за столько лет. Рамочник какой-то убитый. Ну ладно. Ну здесь копейки. Ну да. Бродим пока просто, бесцельно бродим по кругу. Время 7 еще нет, а уже жара. Что там у нас за скопище птиц? Кто там у нас? Чайки? Ага. Так, у меня очередной рамочник. Зашорканный. Ищем серебро. И следующий сигнальчик. Очередная убитая медь. Вот что-то читается. Даже год читается. 1875. Итак. Даже Николаевский. Да, Александр. Убитый, конечно. Здесь на медь рассчитывать не приходится. Хочется чешуи. Самое смешное, что она здесь есть. Только пока мы ее не найдем. Так, о, щитовик. Тетя Люба у нас расчехлилась щитовичком. Да, убитое все. Тут количеством надо брать. И серебром. Ну, я, конечно, в прошлом видео увидели, не видели. Даже не могу рассказать. Я аж на жопу уселся, когда эту полуполтину вынул. Не ожидал. Убитый, на. Вот. Иногда здесь попадаются забавные сигналы. Все хожу, смотрю. Нет, нифига не посадка это. Что-то прорастает. Но, видимо, прошлогоднее. Да и не сажали здесь, не видел я. Да нет, ну, видимо, что-то они сыпали, а толку. Не-не-не, не сыпали. Они до суд не доехали, походу, еще. А суд очень. А. На тех полях дальше вот они что-то копошились несколько дней назад. Здесь пока не было. И следующим сигналом очередной зеленый кружочек. Кто ж пытается? Стертый. Не знаю. Здесь вообще стертый. Здесь вот прослеживается формат. Да, сохран мрак. Ну да ладно. Это чтобы не ругались, что посадки вот в приближенном виде. Даже рядом не стоит. Ну да, вон. Что-то какая-то здесь хрень. Ну, короче, первая чешуя. Замученная. Фу,
Это от манисты, скорее всего, сейчас покажу. С дырочкой пробита, зализана. Вот такая вот. Ну, сам факт, приятно находить их. Они сеять должны скоро. Поэтому у нас совсем немного времени осталось. И просто зеленый кружок. Не пущает меня вышка ближе с трактором. Перебонькает. Очередной убитый зеленый кружок. Копейка. 96-го. Чибисы кричат. Монеты любых годов. 20 копеек, 61-й год. Убитая, понятное дело. Люб прям сверху глазами нашла без прибора. Сейчас нет, с прибором. Прибор? Ее бы я не увидела, она была цвета земли. Чудной рамочник. Убитый. 41-го года. Так, время 7:30, жара жуткая. Все, нас. Ползем обратно. Ползите, ползите, да. Это с полштыка. Пятачок. Год 30-й. Так. Люб какая-то. Модник потерял. Пуговка, говорит, занятная, но странная. А, ну это современная. Ну я просто. Ее стоп. С джинсы, наверное, с какой-нибудь. Модник какой-нибудь потерял. Там ниже копали, хуже был сохран. Сейчас поднялись чуть наверх. Смотрите, рамка какая выскочила. Шикарная. Охренеть. Вот вам буквально 50 метров. Фух, все, жарко становится, невыносимо. Потихоньку, холодко уходит. Нифига. Да, ну там, ой, потерял. Их штук 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь точно не считала. Пока светло. Что-то они там щиплют. Мне кажется, что вот это вот. Мне кажется, это личина прям. Дергает, да, может быть. Да, что-то 8. На одном месте все. Да. Они все время с этой стороны. Как на рыбалку ездим. На утрянку и на вечерку. Ой, на вечернюю. Да. Журавлей засняли, прикольно, да? Постоянно они там тусуются на этом месте и жрут, наверное, каких-то личиночек. Что-то они там живут. И борщевик, и что здесь нахрен только нету? То поле засеяли, мы узнали, а это нет еще. Так что, сухо. Пока пара полазим, еще время есть. Будем ходить с фонарями. Так, первый вечерний. Я не пойму, гирька это не вечерний гирька. Сигнал. Что это такое? Какая-то. А я не уверен, что это гирька. Ну что это? Черт, кто знает, что это. Ну она вся в земле, я не успела. Ну, ты же, ты... Вот такая же бонька. Охо-хо. Машину проветриваем. Нашли радиатор, заказали. Завтра обещали поменять. Но мы его сейчас заклеили. Гирька, да? Да, здесь вот гирька. Радиатор заклеили. Ну, конечно, течет, но не сильно. Здесь рядом все, поэтому пока терпимо. Ну, короче, стемнело у нас. Первый сигнал. Фу, комарье замучило. Смотрите, сколько ходим. Никак не можем
Сейчас фокус попробую. Зеленый маленький кружок. Одна проволока. Представляете, с утра перла, вечером не хочет. Вот по-разному бывает. Город светится. Вот так вот нефтеперегонка. Продолжаем в темноте вынимать. А дай твою мою. Сейчас. Щитовик 20. Угу. Комары покусывают. Ну так, слегонца. Ой, какой красавый. Да. Ночью, кстати, классно копать. Не жарко, тихо. Комары как кусают. Ну так. Днем хуже кусают. Вот такой обломок креста, к сожалению, не целый. Только верхушка. Под реставрацию кому-нибудь. Вообще обалденно. А сзади пса как. Вот такой вот. Да. Угу. Да, рамочник. О, 62-го года. Чудная монета. Так бы и ходил бы всю ночь. Но прикол один. С этими покапушками привык вставать в 4 утра. И уже даже дом просто. В выходной подскакиваешь. Ни свет, ни заря. Ты снимал? Да, я снял. О, где фокус? 62-го года. Сейчас. Фокус. О. Луна, луна, луна. Месяц. Но она от этого меньше луны не становится. О, такая вот. Я вот не пойму, она убивающая, по-моему. Растущая. Растущая? Буковка R растущая. А, это буковка R? Да. Буковка S, по-моему, на склад. Так, я вот хотел что снять, но мне кажется, не получится. У Венеры там висит. Но темень жуткая. Нет, не выйдет. У меня была ходячка только что. Слышите, птицы? Красота. У меня... Ой, господи. Пятачок. Чок-чок. 48-й год, убитенький. Следующий ночной. Да нифига, Николай Второй. Пол копейки. Да? Угу. Сейчас все мелочь какая-то лезет. Та маленькая монетка у меня Александровским. Александр, короче, второй оказался. А, да. Оп. Убитая, не убитая. Ну, хрен знает. Это может отойдет. Вообще задница. Совсем убиты? Монет. Просто погибшая смерть храбрых. Что это хоть такое-то было? Я даже разобрать не могу. Серебра больше не дают пока. Я не знаю, что это за какалик. Какой-то совет. Нет, это не совет. Нет? Помню. Бери, что ли? Что-то там копеек. Потому что совет. Хрен знает. Такой камень. Умно, конечно, но прикольно. Красно. Видимо, завтра жара будет. Вечер второго дня. Время до 12, с 9 вечера.
Пекло сегодня было 33, ну 32-33. Вообще невозможно на улице находиться. Короче говоря, радиатор мы починили. Ребята нам починили, поставили радиатор, нашли. На что им огромное спасибо. И кто запчасти доставал, и кто чинил все это дело. Достаточно оперативно. Такая вот красота. Здесь полазим. Полянка вообще микроскопическая. И песок. Дальше куда-то в сторону отходишь. Ой, какие прикольные. 27-й год. Вот за этим сюда и ехали. Ну, конечно, из-за империи в основном. Но сохран здесь, конечно, охерительный. Смотрите. Вот она, полянка, вот она. Все. Дальше уходишь, уже не то. И куча чернины, прям вот шлейф идет. Каких-то гвоздей кованых, какой-то хреноборы вот я доставал. Где? Фокус? Фокус-мокус. Сейчас фокус найдется. Туман? А что туман? Туман как туман. Нормальный такой июньский туман. Полянка совершенно бомбическая. Сигналов здесь цветных немного. Но сохран, конечно, здесь. Здесь чистый песок вообще, как на пляже. Ага. Сохран здесь просто офигенный. 800 чего там, 68-й. Комарья, река рядом. Комарья много, да. Вот прям здесь за еловыми посадками вот так река идет. По которой мы тоже потом будем лазить. Ага. Туман нас прям сейчас заволок. Мимо нас такой пролетел. Аж испаренные все покрылись. Красивый такой прогал. Куда в сторону реки. Что я сейчас обнаружил, интересно. Вот здесь опять куча чернины и красный кирпич. И вот все это уходит туда. И там просто сплошной ковер чернины. Я думаю, не стояло ли здесь какое-то строение. И грунт там другой. И грунт другой, да. Ну, не другой, это уже полупесчаный. Но уже с черноземом. Может быть, туда его сволокли, это строение. Но я ничего не слышал, чтобы здесь что-то было. Очень интересно. Камера, конечно, свет вытягивает. Блин, где фокус? Давай быстрее, они меня съедят. Комары, конечно, злющие. Туман такими волнами наплывает. Когда наплывает, дышать вообще нечем. Ланечки поснимаешь. 30-32 на венике. Фу ты, ё-моё, дышать становится нечем. Ну да, он такой. Сигналов здесь, конечно, немного. Ну они глубокие. Ну что-то тут было. У нас мы в лес туда надо. Ё-моё, как с фокусом-то проблемно сейчас ночью. Камера осветляет хорошо. Ну это понятно. Я не могу понять, где он. Ну ткнит пином. Как у стенки. Огонь не железо. Хороший сигнал для железа. Да. Тут где-то. Вот копай. Будешь больно точечно. Ну, будем надеяться, что что-то интересное. Да. Так, ночной ком. Железо здесь. Такой плотный. Попадает. Пока ничего песок не видно. Песок здесь какой-то очень плотный. Ну да. Выкопала. Нет. Что-то рядом. Что-то лежит. Что это такое? Я его задела. Железо что ли? Не знаю, что это. Ну, в свете. Это белое. В свете железо. Нет, это не железо. А что это? Я не знаю, что это такое. Это что-то белое. Ну, выковыривай. Алюминий какой-то. Выковыривай. Сигнал-то, конечно, хороший был. Это вот вам... Фу! Алюминий. Все тяготы и лишения. Кусок алюминия. Е-мое. Собака.
сейчас за алюминий там. Еще с дыркой. С дыркой. Так звенел. Вот так вот и бывает. Красиво. Бывает и такое. Я была уже почти уверена. Короче, в прошлый раз, помните, вон там достали часть пропеллера. Смотрите. Даже переверни только. Это вот одна часть. Слушай, можешь помыть. Ну, потом помыть. Это вторая. Попробуем. Походу, здесь была Матерь Божья, а здесь Иисус Христос на кресте. Короче, это нижняя часть того же креста, по ходу дела. Мы, конечно, попробуем их сложить. Да нет, здесь не хватает. Это вот это. Ну, вот. Ну, еще средняя, вот да, это должна середины, быть. Серединки не хватает. То есть надо искать среднюю часть. Блин, проволочный сигнал. Так офигительно. Что, имейте в виду. О, а качество-то. Да качество шикарное. Просто как найти бы хотя бы по частям его, его можно собрать. Еще что-то написано. Я так не увижу. Сейчас только рукой не дрогай. Сложно в темноте снимать. Ну да, нет. Ну, видно, но плохо. Ну да, нет. Ну да, нет, да. Ну да, нет, да. Да нет, не знаю. Вот. Ну что, друзья? Для находок, конечно, немного. Это какие? Что-то выскакивает. Сейчас попробую снять. Тут ты ровно держи. Свет поймаю. Хочешь, я посвечу? Не, не, не надо. Ты говоришь, комары улетели, кусают. О, у меня бабочка на этом. Вон они летают, собаки. Очень плохо видно, конечно. О, такой вот. Целенький. Хорошо. Ну, комарей меньше становится. Комарей. Комаров. Комарих, между прочим. Ребят, чьи вот эти личинки? Кто в теме? Такие жирные. Жирные, вкусные. Я покажу поближе. Чистый белок. О. Их столько здесь, тьма. Сейчас мы обратно закопаем. Подскажите. Наверняка кто-нибудь знает. Дошли до водички. Здесь выход у нас. Возле водички прям сигнал. И появляется на свет. Полушка 30. Сейчас приближу. Первого, по-моему. 35-го. Не вижу. Сейчас. 34-го. Не вижу. 1730, по-моему, первый. Или четвертый. Охренительный сохран, да? Как вам? В ночи. Ну, здесь, блин, вообще пляж. Не поляна. Офигеть. Прям вот здесь вот переодеваюсь. Куртки здесь у нас лежали. Вот жалко, забито. Ну, зачастую. Ну, ладно. На этом все, наверное, заканчиваем. Утром вам отчетик снимем. Сигналов немного, но прикольно. Снимаем отчетик обещанный. Так вот так походили, еще ничего не чистили, ничего не мыли. Куча советов. Ну, вчера с этой полянки сохранов, вот эти монеты, крест, пропеллер. Машины катаются. Короче, в общей сложности 26 монет получилось. За 3. Да, получилось у нас 3 трехчасовых, ну 3. 3-4 часа мы ходили. Вот как-то вот так вот. Ну, в принципе, душа наша спокойна. Следующий выход планируется, наверное, на 12 число, 12 июня, на праздники. Вот. Куда поедем, пока еще не знаем. На этом обзорчик заканчиваю. Всем спасибо и пока!